представить себе, что это не вот так, как она играет, а вот в этом есть какая-то каким-то немножко другим звуком, более точечно вот выписанным нотку в нотку, более барочным, без большого бата. Попробуем? Кать, скажи музыкальную. Я считаю. Thank you.
Бугает. Напористое завершение, да, к концу. И все голоса не надо убирать, да, все уже вести до конца, все играть ярче, да. Месседжи, そこのところのテーマはすごい強いものだから、そこから最後に向けてしっかり弾いていくように。 Don't crawl.
очень цепляется в этой фуге. Все время, все движение через тему. In this fugue, all the movement goes да, the, оно все движется через тему. Очень головастенькое. И тогда получается очень собранно, очень напористый на фоне вот этой ямы. Кружевной воротник надо представить. Да, что вот она какая-нибудь крисогиня, вот она в кружевном воротнике. Imagine that you are some queen or princess. А это абсолютно вот где-то уже в другом месте, да, ты ближе к людям, да, уже first you must feel yourself as if you are a queen or a princess, and then by the end of the composition you must feel as if you are among peasants. And then the composition is a bit rude and rough. Ни в коем случае, чтобы она не скатывалась, вот когда у нее вот эти вещи, когда тема зарыта внутри голосов, она иногда играет вот так вот. И бежит дальше. Да, вот чтобы не было движения по 16, как бы не будет. Обязательно вот слышать А так вообще? From the very top till the very bottom, and generally speaking, you are doing great job. Вообще это хорошо, это очень хорошо. Хорошо. Что хочешь сначала, вальс или Бетховен? What do you want next, waltz or Beethoven? Вальс, да, вальс. Как она угадала? Я тоже не хочу Бетховена долго. Сейчас же я от него конец оставлю. 17-я соната. Thank you.
играет прелестно. You're playing very well, don't wonder. Прелестно, очень скромно, визуально. Слишком даже скромно. You look very modest. Я не поняла здесь купюру, вот эту камень. Я не поняла, почему она один кусок здесь не играет. Я не поняла. Our teacher doesn't understand why you don't play one piece of this composition. Редакция, вот это она почему-то так будет. For some reason you don't play this part. Да? Когда ты вася там где-то ка. Она не играет это осознанно или это случайно? Why don't you play this part? Is it your choice? Она даже не заметила. Нам дела за то, что вася там, как это мы осели там, как сифу карта тек. Can you play this part? А с вами тобой я тебе. Ну вот отсюда она играла таран таран. Вот она сразу ушла сюда каким-то образом. For some reason you вот отсюда она ушла. Сколько раз то вася отсюда она ушла сюда. А вот это. С этим она разберется, да, это не самое главное, вот отсюда пусть играет. Это еще такое движение, летящее по звуку. Она как бы постепенно угасает вот по этим шагам. Она прям сразу снимает и как-то сухо. Два форста, да? Вот этот спуск плохой, он сразу, он нелогичный, он яркий. Она движется долго, длинно, да? А это да? Левая рука короткая, а правая длинная. То, что она у нее сразу правая пошла по такту, и сразу же плохая концовка. Еще разочек. Можно не быстро, не надо. Давай отсюда медленно. Ищем, давай, поищем, давай.
Это же небольшой блестящий вальс. Вот это не концовка. Очень горячо это. Они отличаются, вот эти два подхода, они должны отличаться. Да, если здесь она еще в таком... То здесь это уже другое все. Абсолютно другое состояние. Субито форте, субито крещенце. Откуда-нибудь от темы, отсюда. Постепенно ускоряйся. Играем с ним. Первая тема. Горячо и с движением. И начать еще очень горячо с движением. Здесь уже нельзя просчитать чувства. Да? Здесь уже должно быть уже очень ярко. Вот ускорение очень быстрое происходит. Он длинный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В шести тактах звучит этот ми бемоль, да? Вот,
И вот это не надо играть легко. Сначала это надо сыграть вот это на второй уже леджьеро. Вот это слово леджьеро должно переехать вот в это место. Вот сюда. Вот здесь леджьеро. Вот оно сюда приезжает, вот это слово. А это надо сыграть еще очень горячо. И потом отсюда начать как бы, да? Вот здесь форте. А здесь вот как бы отмывается форте, и дальше поют сквозного клеща. Еще раз пусть. Вот этот плохой у нее аккорд. Вот это движение плохое. Вот здесь, в этой точке. Это ясно, здесь у нее куча такая педаль. Пусть медленно сыграет аванс. Я практически не меняю ногу, да? Да, уже начинаю двигаться по ногу. Мне, потому что очень важно вот здесь. Еще продолжается. Вот здесь все время изменяется линия левой руки. Поэтому здесь вот лучше отступить и сыграть очень внимательно весь этот шаг. Вот отсюда еще раз. Не быстро, не надо быстро. Играем отсюда педаль и большой форте. По каждому. Да, вот она вместе с двумя руками должна играть этот вальс по левой руке. Каждая гармония педаль. Да. По громкости достаточно, очень много по складам. Да, вот это вот. Давай, давай еще раз это играем.
Да, только не здесь взять, а тут. Да, а теперь вот самое начало. Вот это третье. А пусть она сыграет раз и послушает 6/8. Потому что вот то, что на второй доме. Вот обратите внимание, вот сколько раз я за 10 дней сказала слово вторая доля. Будь то вальс, будь то это соната. Потому что раз есть у всех. Громко сыграли, а дальше каша. Вот два, три в вальсе. Это очень важно, да, потому что вот, вот она играет правильно, то вот это одна мысль. А вот теперь играй вот это. Совершенно другая нога. Медь, пожалуйста. Я беру бас, но на два уже начинаю ногу вести от педали. Мне кажется, вот все понимают, что у нее. Ну вот, вот это важно, да? Вот она должна сейчас не играть. Не как она привыкла. Да? А чтобы она не сейчас сыграла не вот эту линию, да? Пусть она не боится, да, я здесь никого не видела еще. А вот возьмушка, вот эту вторую линию, чтобы она увидела. Просто один так. Это прямо отсюда. Это хорошо. Это хорошо. А вот дальше. Вообще. Да? И она мне играет мелодию. А я прошу сыграть. Она ее играет, как бы, да? Но ее вообще нет. Слово.
Это все делается рукой, такая температура должна быть, которая не зависит от педали. Я могу дальше переходить только на мелодию, могу уходить только на второй слой. А могу, когда мне надо форте, делать и то, и другое. Она не может, я уже поняла, она не может, она так не выучила. Она знает мелодию, все как доктор прописал. А вот это вот все буду играть я на мастер-классе. Это мне не надо. Значит, вот, чтобы она просто поняла, что это надо выучить. Да? Я ей обозначу просто, что надо выучить. Да? С этим пойдем. Дальше. Вот мы добрались вот теперь вот до этого. Да, 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 да. Почему я говорю, что это важно? Вот что происходит. Когда мы переходы играем. Если мне кто-нибудь, вот, сидящий здесь, покажет здесь смену темпа. Где? Почему вот это? Да, почему это здесь? Это можно сделать один раз в конце. Показать, что это уже все, уже это было раз, два, три, четыре, пять, шестой уже все быстрее. А это еще это может разбегаться. Разбегаться имеет право. И третий раз имеет право сыграть шикарно и затормозить. Но вот в этой точке, вот надо знак равенства времени. Вот этот так равен этому. Край, пожалуйста. Вот, сыграем. Мне вот этот переход. Она меня подняла. Три раз, два, три раз, два. Вот так. Нет, три раз, два. В том же, как закончить. Вот она должна помнить. Она разбегаться должна так, чтобы вот это она успевала играть. Потому что она прекрасно там побежала и потом села. Вот это все завязано одно на другое. Это понятно? Переход сыграем. Пусть она не сыграет. Вот отсюда. Вообще без педали. Один раз. Пусть играет мне вот этот второй раз.
Прибавляем звук.
длинный, очень длинный, ну прямо темы. Играем, вот это хорошо было. Лучше сейчас было. Вот верхушки педаль сейчас. Не надо, там нет остановки. Это просто прервалось и пошла тема другая, да? Там нет остановки, и здравствуйте опять за. Это уже было, да? Не нужно. Легко, потом крещендо форте и убегает, как написано. Ой, пьяно. Там нет форте в этом месте. А это ручка держать. Если это играть рукой, то время в этой теме становится другим. А если играть по педали, то время простое. А вальс блестящий, вот сапфанный. А где не два, не три? А где два, три? Поэтому
вместе, о, левая вместе, правая, вот амплитуда, из левой в правую выход, огромный, сейчас застрелю. Да, надо искать. Шопена нет, вот просто левый или просто правый, он найдет, вот, вот обязательно. Нет, осталось. Нет. Вот это состояние звука. На горе запоминай. А вот дальше педаль, потому что вот, вот что-то. И вот конечно, педаль. Огромная, провалит еще раз. О, педаль вот сюда наверное. Играем. Вместе, правая. Это не просто модуляция. Это просто короткое другое состояние модуляции. Это другое. И это вот это пьяное. Не пьян. Это вот звук другой, да? Ну-ка еще раз отсюда, одна замена. Продолжение. Тянуть в аккорд это одно движение, а нога делает другое движение.
Конечно, но это она сама выбрала этот вальс.